Наш музей множество новых проектов. Всех наших новых начинаний нас поддерживает руководство города. Слово предоставляется мэру города Черепанца Гузину Юрию Александровичу. Еще раз добрый день. Я всех хотел поздравить с открытием этой интересной экспозиции. Я думаю, что это, наверное, последний виртуальный проект, потому что современные цифровые технологии, информационные технологии очень активно входят в нашу жизнь. И я могу сказать, что мир меняется настолько быстро, насколько мы даже не можем себе представить. Буквально 10 лет назад мы представили те технологии, которые на сегодняшний день являются неотъемлемой составной частью нашей жизни. Айфоны и айпэды уже настолько глубоко вошли в среду общения, особенно молодежи, из них очень сложно представить, как дальше будет коммуницировать. Передача информации, передача знаний меняет свою технологическую основу. И мы сегодня являемся свидетелями очень интересного события в жизни культурной, исторической жизни нашего города. И я уверен, что эти проекты получат свое дальнейшее развитие, и администрация города будет всячески способствовать реализации этих проектов. Я еще раз хотел выразить огромную благодарность организаторам этого проекта, спонсорам, особенно «Северстар», которые поддерживают многие социальные проекты, проекты не только в городе, но и в Белорусской области. Это очень важная социальная инициатива.